на выставке на кредиторской задолженности. Прошу прощения. Кратко скажу о бюджете 2017 года и потом подробно о кредиторской задолженности. Доходы на 2017 год. Данный бюджет был рассмотрен и утвержден исполкомом декабря. Доходы запланированы в размере 3 миллиардов 263 миллионов рублей. Расходы 2 миллиарда 966 миллионов. На погашение кредиторской задолженности мы планируем потратить в 2017 году 296 миллионов. Понятно, что, как я уже говорил ранее, ситуация крайне тяжелая, и каждый доход, он не гарантирован, если он защищен в бюджете. То есть с ним надо работать. Уже говорили ранее о тех же букмекерах. То есть это очень сложная, кропотливая работа. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы выполнить максимально доходную часть бюджета. Что же касается расходной части, опять, как вы видите, большая часть заложена на сборные команды, это наша основная работа, все статьи перед вами. Мы будем также продолжать политику правильного подхода к проведению соревнований и организационной деятельности, чтобы удалось не превысить запланированные расходы по итогам 2017 года. Теперь относительно кредиторской задолженности.